Итак, дан старт пятого заезда на приз Ассоциации конников Республики Башкортостан. Бег со старта возглавила четвертый номер блокпост. Сбаит, спиннинг, бэк, кик. Далее Патефон, Боярин. Сбаит Патефон. А бег повела Гидравлика. На втором месте блокпост, на третьем Патефон. 100 метров пройдены за 8,6 секунды. А бег ведет Гидравлика. На втором месте блокпост. Далее Патефон. Отстали Боярин и спиннинг бэк-кик. А бег по-прежнему возглавляет Гидравлика под управлением Рамзиля Таймасова. Четверть дистанции пройдена за 32,1 секунды. Бег возглавляет Гидравлика под управлением Рамзиля Таймасова. На втором месте блокпост. Далее Патефон. А бег ведет Гидравлика под управлением Рамзиля Таймасова. Лошади подходят к отметке четверти дистанции. Пройдено за 31,4. Проходят перед трибунами участники пятого заезда на приз Ассоциации конников Республики Башкортостан. Участвуют лошади, тренируемые вне специализированных хозяйств. А впереди участник из Баймакского района Рамзиль Таймасов на гидравлике. Далее блокпост, спиннинг бэк-кик, далее Патефон и замыкает Боярин. Очередная четверть дистанции пройдена за 32 секунды ровно, а бег оторвана ведет Гидравлика под управлением Рамзиля Таймасова. С просветом спиннинг бэк-кик под управлением Айрата Мугалимова. Далее Патефон, блокпост. Отстал Боярин. А бег ведет Гидравлика. Подходит к отметке четверти дистанции. Пройдено за 33,5 секунды. Бег ведет Гидравлика. На втором месте спиннинг бэк-кик. Далее Патефон и блокпост. Участники пятого заезда на финишной прямой. Впереди Гидравлика под управлением Рамзиля Таймасова, Баймакский район. На втором месте спиннинг бэк-кик, Мугалимов Айрат, Бураевский район. Далее финиширует Патефон, Шаранский район, блокпост, Чекмагушевский район. Финиширует участник из Кигинского района на Змеев на Боярине.